начала паводков для пострадавших регионов собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них больше 280 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы. Отправка грузов идет каждый день. Об этом на брифинге в Республиканском информационном штабе сообщила председатель комитета по делам гражданского общества Гульбара Султанова. По ее словам, более 5000 волонтеров от Атрауской области занимаются укреплением берегов и другими земляными работами. В Западно-Казахстанской области добровольные помощники совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировали больше 500 жителей затопленных поселков. 260 волонтеров Павлодарской области выехали в районы, подвергшиеся воздействию паводков. Волонтеры организовывают работу по очистке снега, подворье одиноко проживающих граждан, водоотводу, а также участвуют в противопаводковых мероприятиях, предоставляя горячий чай, перекус спасателям и волонтерам, работающим на подтопленных участках. В городе Аркалык Кустанайской области 5 объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питанием свыше 300 человек. 15 молодых волонтеров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах.